В мае, июле и августе 1939 года в районе Халхин-Гола японские войска вторгались на территорию Монголии, имевшие союзный договор с СССР. 11 мая 1939 года части Красной Армии и монгольские войска начали бои с вторгшимися на территорию Монголии японскими войсками. 20 августа войска под командованием Жукова нанесли поражение японским агрессорам в районе реки Халхин-Гол. 16 сентября территория Монголии была очищена от неприятеля.